Испания не хочет отменять автономию Каталонии. Глава испанского правительства объяснил, почему он принял решение о распуске парламента Каталонии. Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал решение о распуске каталонского парламента попыткой вернуться к нормальному положению дел, передает Укринформ. На пресс-конференции по итогам экстренного совещания Совета министров вечером 27 октября глава испанского правительства заявил, что не хочет отменять автономию Каталонии или как-то урезать ее. Как мы уже говорили, мы хотим не отменить автономию или урезать ее. Мы хотим как можно скорее вернуться к нормальному функционированию, на основе закона, возобновить легальность институтов, вернуть каталонцам их голос. Поэтому я информирую вас, что я сегодня распустил парламент, новые выборы в этом автономном регионе состоятся 21 декабря, отметил Рахой. По его словам, он решил как можно быстрее объявить свободные, чистые и законные выборы, чтобы восстановить демократию. Как сообщал корреспондент Нет, парламент Каталонии 27 октября принял резолюцию о независимости региона. В ответ на это Сенат Испании утвердил применение 155 и краткой статьи Конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в регионе. Премьер Испании Мариано Рахой получил добро на отстранение от должностей членов Женералитета, распуск парламента автономного сообщества и проведение досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. По материалам сайта news.com.